Дайте свои ответы. В актовом зале 46-й Самарской школы настоящий мозговой штурм. Здесь ребята отвечают на вопросы правовой викторины. Все они связаны с Конституцией, основным законом нашей страны. Мы совместно с ветеранами Самарской областной прокуратуры провели мероприятие для старшеклассников 8, 9, 10 классов, рассказав и о основном законе нашей страны, Конституции, и о героях, и их верном служении нашему Отечеству. В каждой команде по 5 юных знатоков права. На размышления школьникам дается 30 секунд. Когда мы отвечали на вопросы, представленные в викторине, мы вспоминали то, что говорят учителя, то, что написано в учебниках, что-то мы читали в интернете. И сообща давали правильные ответы. Ребятам предложили проштудировать 15 вопросов. Правильный ответ нужно было выбрать из 3 предложенных вариантов. Знания учеников оценивала компетентное жюри. В этой непростой, но честной борьбе проигравших не оказалось. Без знания этих вопросов невозможно понять, как у нас осуществляется власть и какие полномочия у президента, у правительства, у Государственной Думы, Совета Федерации. Это основные вопросы, то есть как бы азы. И ребята в этом прекрасно разбираются. Также школьники приняли участие во флешмобе. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.